Хаюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня будем проходить карту и пазл в Майнкрафте Pocket Edition. Довольно странное название для карты, но все же это так, и появляемся мы вот в такой местечке. И с первого запуска карта уже начинает лагать, что означает, карта, наверное, очень большая, друзья. Ну что ж, давайте начинать проходить. Так, а где же наша вагонеточка? Ну ладно, пройдем пешочком, давайте. Очень странно, почему нет вагонетки. Если честно, то, по идее, должен зайти сундук, в котором должна быть вагонетка. Ну или что-то еще. Так, понял. Все хорошо. И, как я понял, у нас начинается наше испытание. Это первый уровень, в котором мы должны найти кнопку, которая открывает дверь. А где же дверь, друзья? Так. Какая же кнопочка у нас открывает? А там есть спуск? А, друзья, а вот и наша дверь, давайте сюда сходим. Да, и вправду нужно найти кнопку, которая откроет нашу железную дверь. Ну ладно, это довольно, по идее, затратное движение, задание. Ну ладно, давайте искать, давайте понажимаем все кнопки. Здесь вроде кнопок нет. Может быть, все-таки одна из этих кнопок? Так, нет. Нет. Тоже нет, странно. Но нужно, по идее, ориентироваться по звукам. Когда мы нажмем на кнопку, сразу издастся такой звук открытия двери. Ну, эта кнопка где-то рядом, я уверен, потому что уже кнопок, по идее, больше почти нет. Так, хорошо. Так, так, друзья, вы слышали? Ну, вроде дверь открылась, да? Да, она и правда открылась. Все отлично, пошлите. Так, поднимаемся наверх. Ух ты, я уже вижу водичку. Не знаю, должны мы были это видеть или нет. Но здесь мы должны открыть наши двери. Хорошо, давайте откроем все двери сначала. И будем заходить поочередно в каждую дверь. Так, здесь бегает носатый. И я здесь, по идее, больше ничего такого необычного не вижу, кроме вот этого носатого. Может быть, что-то нужно сделать, но я слышу, где-то рычит зомби, только я не пойму, где. Так, есть лошадка, друзья. А, сложность у меня включена. Лошадка, на тебе я ездить, так я понял, до конца не могу. Ладно. Так. А, вот, смотрите, рычажок. Раз. Так, а я понял, да, нужно идти в каждую комнату и открыть по рычагу. Хорошо, задание понято. Так, носатый, уйди, не мешай. Ну, зомби прямо вот где-то рядом, я просто не пойму, где они сейчас могут быть. Но они очень-очень рядом, друзья. Так, а здесь у нас где? Так. А, вот наш рычажок, довольно сильно спрятаны, но все-таки увидеть их можно. И у нас открылась, не открылась одна дверца. Очень странно, ладно, значит где-то здесь есть рычаг, а вот он рычаг. Так, подожди. Так, нет, вот все, мы открыли его, но я не слышал щелчка двери. Почему же дверь не открылась, друзья? Почему? Так, подождите, давайте попробуем закрыть эти двери. Может быть, что-то у нас удастся? Нет. Я не знаю, с чем связано, но почему-то дверь не открывается. Возможно, связано с тем, что я два раза нажал на этот рычаг. Ну, блин, ну, ничего я больше не вижу, друзья, и вправду. Странно. Здесь кнопки вроде нет. Можно сломать дверь, хотя давайте заберем этот рычаг и откроем нашу дверь. Так. Попасть довольно сложно, но рычаг у нас вроде ломается. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Аккуратно, аккуратно, нужно спуститься туда. Да блин, мешает это подводное течение еще лед, который. А почему не всплывает? Ну, я так понял, здесь бестолку что-то делать. Ладно, давайте пойдем ломать дверь. Это будет довольно долго, поэтому я рекомендую вам перемотать где-то на секунду 10 вперед. После чего дверь уже должна, наверное, сломаться. Так. Ломаем. Ломаем. Почти. Нет, друзья, не 10 секунд, где-то секунд уже, наверное, 15 мы ломаем дверь. Так. Уже 100% проходит 20 секунд. Есть, все, мы сломали. Ну, как видите, из того связано с тем, что я нажал два раза на рычаг. И здесь у нас опять же какой-то лабиринт, в котором мы должны опять же открыть наши двери. Ладно, пройдемте, давайте. Так, там я вижу железную дверь, которую мы должны открыть. Ну, а здесь я пока что ничего не вижу. Я вижу блок наблюдателя. Так, пока что это все еще запутано и непонятно. Ладно, давайте идти дальше. Так, здесь что у нас? Здесь у нас тупик, рычага никакого нет. Там водичка. Ладно.
Хорошо, все понятно. Хотя ничего не понятно, я вру, ничего не понятно, что нужно сделать. Ладно, пройдем сюда. Так, есть еще одна дверь. Я не знаю, почему здесь две двери. Есть сундучок. Окей. А, друзья, ну теперь все понятно. Теперь этот блок мы должны заставить засунуть в тот блок, где у нас стоит блок наблюдателя. Так. Ну вот, я теперь открыл железную дверь. Так, какая же открылась-то? Та или та? Та, открылась железная дверь. Так, ладно, давайте посмотрим, почему не открылась. А, это у меня багает. Ладно, хорошо. Карта, походу, правда, большая. Ну, а теперь открылась и вторая железная дверь, в которую мы сейчас выйдем на следующий уровень. Карта, вправду, большая. Опять же, рельсы, опять же, кнопка и опять же, никакой вагонетки. Странно, друзья, я не знаю, почему или зачем это надо. Может быть, я, правда, чего-то не понимаю, но... Ну, где же наша вагонеточка? Ладно, можно дойти пешком, я не ленивый. Я все время люблю ходить пешком по этажам. С первого по шестой этаж это очень-очень далеко, но все же я люблю это делать. Так, а что же здесь у нас? А, здесь у нас вот такой лифт, очень прикольно придумано. Так, ладно. Опа, очень классно и очень удобно, друзья. Респект автору этой карты. Возможно, он англичанин, потому что здесь все написано по-английски. Ладно, одна, две дверцы, опять же. Так, заходи. Фух, все, мы зашли, и что ж, вы издеваетесь? То есть, смотрите, мы должны выпрости... То есть, мы должны выгнать эту вагонетку до конца вот этой карты. Так, ну, по идее, понятно. Вот до чего она должна дойти. Ладно. Нажмем, давайте. И... Куда? Куда делась вагонетка, друзья? Эй, что-то я не понимаю прикола. Куда делась вагонетка? Так, а, вот. Нет. Где? Подождите. Ух ты! Я не понял, каким чудом, но вагонетка, в общем, докатилась до конца, и у нас открылась дверь. Ладно. И вы хотите, чтобы я прошел вот это... Ладно. Мы должны подобрать код, который откроет нашу дверь. Но с чем связан код, я так и не понимаю, друзья. Ладно, будем делать все наугад. Так, попытаемся сделать вот это. Но ничего, к сожалению, у нас не выходит. Ладно. Сколько там у нас уже? Почти 8 минут. Ладно, давайте потихонечку все будем щелкать. И наша дверь, надеюсь, должна открыться. Пока никакого щелчка я еще не слышу и не вижу, чтобы дверь открылась. Да, и вправду нужно подобрать код, который я просто не знаю, как мы будем его подбирать. Мы будем подбирать его 3 часа, друзья, потому что никакой подсказки другой у нас, к сожалению, нет. Ну ладно, это по идее будет долго, но все же это можно сделать. Так, идет уже третья цифра. Идет третья цифра. Ладно. Давай. Все, нажимай. Почему не нажимается? Ладно. Хорошо. Идет четвертый рычаг, друзья. И здесь уже идут, я не знаю, какие рычаги здесь уже идут. Но какие-то рычаги здесь уже идут. И нифига ничего не работает. Ладно, идем дальше. Так, выключайся. Идет пятый рычаг. И осталось, по идее, немного рычагов. И пока что ничего я путного не вижу. Возможно, нам придется маленько схитрить. Возможно, может быть, что-то и откроется. Но пока что ничего, к сожалению, у нас не открывается. Так. Очень запутанная карта, друзья. Если было бы все на русском, то было бы все во много раз легче. Что ж, друзья, вот мы маленько схитрили. Конечно, нам, возможно, в начале карты запрещали хитрить, но почему-то лаги стали очень большими лагами. Я не знаю, что здесь творится на этой карте. Возможно, она очень большая, друзья. Но дальше начнется паркур, самая моя любимая часть любых карт. Но все же я маленько научился паркурить. Если это было бы на ПК, то это было бы изи. Ладно, так. Что-то довольно странно выглядит это все. Ну и карта, как сказал, очень запутанная. Проходить ее довольно сложно. И лучше проходить ее с друзьями, потому что с друзьями вы что-нибудь найдете. Что вы хотите сказать, так легко было? Хм. Ой, нет, друзья. К сожалению, ничего легкого не бывает. Это я уж точно знаю на паркуре. Но я думал, что все будет куда легче. Но, к сожалению, такого пока что еще за всю историю карт Майнкрафта нет, друзья.
Вот и начинается самый адовый паркур. Ладно, сейчас поднимемся наверх, и я маленько изменю управление, которое мне облегчит управление в моем Майнкрафте, друзья. Вот это самое... Вот это самое мое любимое управление в Майнкрафте. Вот. Друзья. И все, как видите, хорошо нам дается. Мы можем припрыгнуть туда и допрыгнуть вот туда. Ну, конечно, мы можем также и упасть, но половину паркура мы уже прошли. Возможно, до конца карты еще далеко. Но как допрыгнуть здесь, я даже не знаю, друзья. Так, ладно, давайте. Ну, ничего, к сожалению, не удалось. Ладно, давайте на этом будем заканчивать. И вправду видео получилось большим. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.